В этом году опальный юморист Максим Галкин остался без традиционных поздравлений от коллег в социальных сетях, никто не написал ему даже пары приятных слов. Такого еще не было, и почему российские коллеги упорно молчат или просто забыли эту дату? В любом случае, факт остается фактом, что Максим Галкин не получил поздравлений в соцсетях к своему 47-летию. Юморист Максим Галкин, известный своими яркими выступлениями и остроумными шутками, а также статусом иноагента России, в этом году остался без традиционных поздравлений от российских коллег в социальных сетях. Известно, что 18 июня опальный артист отметил свой 47-й день рождения, однако ни один звездный товарищ не написал ему даже пары приятных слов в личном блоге. Обычно в шоу-бизнесе принято поздравлять коллег, если не лично, то хотя бы в социальных сетях, посвящая посты с пожеланиями и публикуя архивные фото. Но в этом году звезды решили отмолчаться о дне рождения Максима Галкина. Никаких постов в блогах Аллы Пугачевой или Кристины Орбакайте не появилось, а сам именинник не стал делиться у себя в профиле фотографиями с дня рождения, хотя делает это из года в год.